Попробуем содрать. Это грунтовка, нанесенная сразу после очистки. Так, здесь у нас после 12 часов. В общем-то, с алюминием слазит. Это вообще без зачистки, без ничего. Не вижу возможности ее ободрать. Только заглубляясь в алюминий, вот она как-то отделяется. Практически с алюминием отходит. Во всех трех случаях грунт лежит очень крепко.